It's that let you go. No, she must flow. Yeah, 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 yeah. It's that let you. Всем привет! С вами мисс Аля. Сегодня мы будем делать пушистую снежинку. Только мы еще с клиентом. Пара слоё. Будет вообще пушистая. Так, что нам для этого понадобится? Ножницы. Ножик. И два листа бумаги формата А4. Итак, первое, что мы делаем. Берем один лист. И слаживаем его. Теперь вот эту часть мы отрезаем ножницами. Теперь мы берем, что отрезали, и еще раз слаживаем. Берем, слаживаем его пополам. У нас получился вот такой треугольник. Теперь мы его складываем еще раз пополам. А теперь берем уголок и складываем. Носик должен быть острый. Вот так получилось. Теперь берем ножницы и отрезаем треугольник. Получился у нас треугольник. И вот что у нас получилось. Теперь прорезаем уголки почти до конца. Оставляем сантиметр. После того, как прорезали, берем ножницы и ножницами по миллиметру прорезаем. В конце остается вот такой кончик. Его нужно разделить пополам. А еще надо разрезать вот так. Теперь берем его, разворачиваем. Вот такая у нас получилась снежинка. Вот что у нас получилось. Теперь из тех квадратиков, что сделала Вика, мы сделаем такие же снежинки. Теперь мы с помощью ПВА склеиваем. Берем первую снежинку и клей. Мажем клеем посерединке. Теперь берем меньшую снежинку и приклеиваем. Теперь берем клей, опять мажем. Берем еще меньше снежинку и приклеиваем. И еще мажем клеем. Берем последнюю маленькую снежинку и наклеиваем. Вот что у нас получилось. Благодаря нашим усилиям у нас получилась новогодняя снежинка.
Делайте такие снежинки. Снегурочка будет довольна. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на мой канал. До новых встреч. Всем пока-пока!